Король дама будем играть через кол или через 3-бет. Думаю, эта рука должна впиваться. Попробуем сыграть через кол. Так, Артур сыграет мелкую ставку. У нас здесь особо опций нет. Текстура, где у нас небольшая доля банка, но у нас хороший бэкдор. Какой-то чек-чек value есть. Поддержим тайминг для приличия и сыграем кол. Черт хороший. Когда закрылся флеш, это обычно подходит тому, кто в позиции. Наша доля банка поднялась. Возьму спокойно ШД. Там могут быть короли слабее, мне сейчас их нет смысла убивать. Потом спокойно сыграем чек. Надеемся дойти до вскрытия. Овербет ставит Артур. Интересно, у меня в диапазоне есть тут дама, есть король дама. Артур репрезентит. Ну, очевидно, руку лучше, чем моя. Ну или как минимум равную, как минимум тоже король дама. Ну, я планирую его вскрыть. Да, я тут чаще проиграю, чем выиграю, но как бы шансы банка все равно в мою пользу. Может быть, какой-то покет, понадеюсь, увидеть. Но скажу честно, ситуация для кола мне не очень нравится. Двух пар там сильнее, там много. Стрит. Ну, стрит нас тоже обыгрывает.